А сейчас я извиняюсь перед всеми сразу заранее. Может быть, будут какие-то неполадки, какие-то неуладки, но ребята даже сами не знают, что они сейчас будут делать. Я, когда сюда собирался на Саламбача, я написал песню. И ребята вот сейчас просто, я знаю, что они у меня профессионалы, они у меня спецы. Ребят, тональность ля минор, каждый куплет начинается с ре минора. Я просто хочу показать, я не похвалиться хочу, а я хочу показать, какие у нас есть талантливые ребята. Можно? Это выступление впервые перед такой аудиторией. Я всю ответственность беру на себя. А на могиле горка хлеба и стакан. Вот что оставила война погибшим. Нагорный Карабах, Чечня, Афганистан. Рыдают безутешно молодые вдовы, родители себя во всем винят, а генералы лепят звезды на погоны, что для них еще один солдат. Больше не вернется, не скажет мама, я приеду.